Такие прикольные котики. Не только котики. Это отдел детский мир в Цуме. Я вообще думала, что здесь есть книжки. Не уверена теперь. Игрушки, книжек, не знаю, сейчас поищу. Какие хорошие. Так, так, одежда нет, канцелярские. Интересно, здесь есть книжки или нет? Может, канцелярских товаров? Сейчас посмотрим еще. Здесь маленькие есть. Ох ты, боже мой, какая прелесть. Ну, нам еще большое. Хотя вот размер 80. Он какой-то большой. Это на большое явно. Да. $74, хотя мы брали 80. Сотен. 74. Не знаю. Прикольно. Я хочу найти книжки. Нет, это для малышей. Все. Нету. Даже не знаю, где можно книжки посмотреть. Нет, это не то. Это все для школы. Для школы нам не нужно. Цветные картоны, нет, все для школы. Да, только игрушки. Такие еще рано ей, но она очень любит мамины вещи, просто очень любит. Да. Всякие мозаики, всякие куколки. Куклам она равнодушна. А вот книжечки я нашла. Что тут есть совсем для малышей? Ничего не трогаем. Понятно?
Нет, сейчас найдем банан. Да, это все. Оно такое рвет. Что-то хочется купить. Сейчас поищем. Такое более картонное, да? О. Что-нибудь из этого. Так вот, 15, 14, 82, такие вот цены. Сейчас что-нибудь посмотрю.